Так, вот у нас тут сосед забор поставил. Вон домик уже стоит, вообще красота. Красотища-то. Угу. Красотища. Там домик стоит тоже. Красотища тут вообще такая. Пейзаж, да? Да, природа шикарная, конечно. Видите, какая вон тоже люди что-то приезжают строятся. Да, что-то копают. Ага, красотища какая. Вот, и так давно. Слушай, тут фундамент, тут фундамент тоже, фундамент, да. Заложен. А, вот они привезли, видно, что-то будет потихоньку начинают, да? Угу, да-да-да. Ой, нам интересно просто, мы просто наши, снимаем. Это наши, не наши? Нет, они просто так смотрят, что я их снимаю. Проверка какая-то приехала, да? Переживаю, чтобы их не зафиксировали. Да? Видишь, как накатали колею, да? Накатали, слушай, это чтобы не оштрафовали, боятся. Да, косячничать значит, да? Глотово чувствует косяк за собой. А вот мы уже вот смотри, подъезжаем, да. Ты уже по этому, по сугробу, знаешь, песчаник. Песчаник наш, да. По песку уже определились. А вон наши столбики самые здоровые стоят. Это откуда их видно, да? Такая же балки такие купила. Палки-балки, слушай, ни у кого нету. У нас лучше все, да? Да, не говори. Ой! А что такое? А это насыпали этот. Это мы за него, да? Да. Нормально. Смотри, какая красота, да? Мы покосили. И прямо видно большой кусок, да? Ага. Красотища. Приехали еще раз косить. Сейчас еще добьем. Добьем, добьем. Да. Красота. Ну, здравствуй, любимая земля. Ай, красота, воздух-то какой, Том. Воздух прям необыкновенный воздух. Красота. Ну что ты, работник года? А? Работник года, не устал? Нет, а куда уставать? Я же не сейчас. Да. Танки грязи не боятся. Ты не хочешь поработать? Я хочу, давай. Вот такая красота. Сегодня я намного больше сделаю, потому что у нас уже две газонокосилки. Два триммера. Фактически весь ассортимент с собой взяли. Поэтому сегодня прям одну третью участка фактически. Хотя нет, одна четвертая. Но все равно неплохо.